21 команда скорой помощи из Чувашии, Самарской области, Казани, Нижнего Новгорода, Коми и, конечно, Мордовии в минувшую пятницу приехали в Чебоксары, чтобы помериться знаниями и умениями в профессии. Республиканскую службу в этот раз представляли целых две команды – «Айболит» и 13-й регион. У нас было очень много желающих, все подстанции хотели выехать и поучаствовать в данном конкурсе, поэтому выбрали из всех желающих две бригады. Мы уточнили у руководителей конкурса, можно ли от региона выбрать две, и нам разрешили. Врач, фельдшер и водитель – стандартная команда для любого экстренного выезда в конкурсной программе. В общем-то, классика, рассказывает главный врач станции скорой медицинской помощи Андрей Матякин. Он и группа поддержки сопровождали мордовские команды в пути. Обязательно теоретическая часть для медиков – своя, для водителя – своя. А затем проверка командной работы. Водители должны были проехать массу препятствий и в экстренном порядке совместно с бригадой оказать на экстренную неотложную помощь. То есть там было спроецировано, как будто было сделано ДТП. Вот. Ну и также были конкурсы приветствия, творческие конкурсы. Каждый конкурс на время. В положенные минуты мордовские врачи укладывались, но волнение и незнакомая соревновательная площадка все-таки дали о себе знать. В число победителей профессиональных конкурсов не вошли, зато поразили судей своим творчеством. Наши две бригады заняли два первых места в тематическом конкурсе творческом. То есть мы готовили две сказки на медицинскую тему, и два нам дали два диплома. А еще бригада «Айболит» получила диплом и кубок в номинации «За лучший старт». Бригада «13-й регион» – награды в номинации «За волю к победе». Но даже не это главное, говорят медики. В процессе соревнований удалось поделиться опытом и подсмотреть лайфхаки коллег, которые точно нужно взять на заметку. Уже в сентябре мордовские парамедики отправятся на подобный конкурс в Тулу. Будут участвовать в нем уже не впервые, поэтому с волнением справятся легче. А в следующем году станция скорой медицинской помощи Мордовии планирует сама стать площадкой для таких профессиональных соревнований. Светлана Лашина, Андрей Просвиркин. Наши новости.